Добрый день, коллеги, с вами Козлов Эдуард, компания ВСП Дизайн. И сегодня мы поговорим про зеркала сайта. Я не собираюсь вам рассказывать теорию о том, что это такое, от чего возникает, как с этим бороться. Я просто покажу, как можно поставить главное зеркало в Яндекс Вебмастер и Google Вебмастер. А всю теорию вы можете прочитать в статье на моей блоге, ссылочка есть под этим видео. Итак, начнем с Гугла, раз мы уже здесь, то есть мы заходим в Search Console по адресу google.com/webmasters, и у нас здесь список наших сайтов, которые нам принадлежат. Вот мы хотим поставить, например, главное зеркало для этого сайта. Заходим внутрь, нажимаем на шестереночку и настройки сайта. И здесь у нас есть, предлагается нам выбрать основной домен. Либо не устанавливать, либо выбрать с 3W или без 3W. Покликнув на подробнее, можно почитать, что откуда это происходит. Итак, а по Яндексу все еще проще. У нас есть раздел настройка индексирования, главное зеркало. Заходим. Ну вот мы видим, что сейчас будет переезд системы вебмастера на новую версию, поэтому нам сразу предлагают перейти в раздел «Переезд сайта». Переходим. И вот мы видим, что там так у нас список всех наших сайтов. И мы видим, что нам для основного зеркала нужно добавить HTTPS или добавить www. Можно и то сделать. Вот, но так как у нас сайт индексируется без www и по протоколу HTTP, мы оставляем существующий формат зеркала сайта. Сегодняшнее видео было совсем коротким. Тем не менее, надеюсь, информация эта для вас была полезна. Спасибо за внимание. С вами был Козлов Эдуард. До новых встреч.